Ты меня за все три карты убил с магнума 4 раза. Так вот, на секундочку. Ну слушай, хорош, ладно, вот, блядь, вот посчитай объективно количество раз, сколько ты шары выпускаешь. Вот просто вот посчитай, блядь. И подумай теперь, блядь. Это просто такое, блядь, невъебическое количество, чтоб долбанить, блядь, головой. Блядь, как и в прошлый раз, в принципе, блядь. Тебе чуть-чуть больше повезло, мне чуть-чуть меньше, блядь. А так результат тот же самый. Ты не умеешь держать РПГ, не умеешь контролировать карту. Ты умеешь только кемперить по углам и ждать, пока я, не знаю, сунусь на тебя и что-то в этот момент сделать. Вот твоя тактика. Ты кемперишь по углам и что-то, чего ты ждешь. Пока я, может быть, отойду куда-то там от карты, блядь, или по тебе побегу, тебя, на тебя нападать. Я нападаю по одной простой причине, потому что мне хочется играть. Если бы это была турнирная дуэль, я бы сидел в центре карты и держал бар 2, и ты вообще бы нихуя не сделал. Счет был бы в конце, скажем, ну, 3-0 или 3-1 в мою пользу. Но реально ты бы не сделал вообще ничего просто. Потому что ты на меня не нападаешь, а мне нападать будет смысла никакого не будет. Я сейчас нападаю, потому что мне просто прикольно поиграть, прикольно постреляться. А ты просто боишься меня напасть. Реально ты боишься. Ты кидаешь, блядь, ты столько шаров выпускал по углам вообще просто тупо, чтобы они летали по карте, блядь, это что, скилл? Вот реально был бы баланс, блядь, в игре, просто шары немножечко сбалансировать, чтобы их там нельзя было ускорять, и чтобы они сразу тупо сходу не убивали. И все, и, блядь, больше половины игроков сосало бы хуй, такие как ты по особенности. Потому что реально у тебя тактика, все, кемперить в углах. Высматривать, блядь, кемперить, но не нападать, никогда не нападать, это пиздец, просто пиздец. Когда на тебя нападают, ты вообще теряешься и начинаешь убегать. Потому что на демках было два охуительно смешных момента, когда я ржал в голос, блядь, и хотел поставить паузу, блядь. Ты не нападаешь в портал, ты выходишь в портал и кидаешь туда-сюда гранаты. Это не нападение. Я выхожу с портала, я прыгаю на центр, блядь, и ударю тебя с гранат. И в большинстве случаев, примерно 80%, я у тебя выигрываю вот именно на эти дуэли, когда ты с РПГ, а я с гранатами. Просто посчитай эти моменты. А ты боишься, ты выходишь из портала, туда-сюда гранатки, туда-сюда физику, с магнумом, может быть, там высунуться, кемпернуть, там еще что-то сделать, блядь, пиздец, так, какой-то игрок, блядь. Все, шаров нет у тебя, и ты практически ничего сделать уже не можешь. Заметил этот момент. В подавляющем большинстве случаев, когда у тебя нет шаров, я делаю на тебе фраг. Просто, практически всегда. Если у тебя есть шары, ты кидаешь их за угол и убегаешь от меня подальше, чтобы очередной шар с другого конца карты в меня кинуть. Вот она твоя тактика. А если у тебя нет шаров, ты кемперишь с магнумом, с арбалетом, блядь, все что угодно делаешь, лишь бы получить именно шары, у тебя вся игра на этом строится. И реально мне никакого удовольствия вот играть с таким человеком нет, потому что я хочу играть. Реально я нападаю, стараюсь что-то делать, а ты просто сидишь по углам, блядь, прячешься от меня, постоянно убегаешь, когда я начинаю на тебя нападать. То есть вот реально, если ты чувствуешь, что у тебя мало хп, важно, сколько у меня осталось, ты просто убегаешь, ты даже не чувствуешь, сколько осталось жизни у меня. Время от времени ты ломишься на меня, когда у меня там, не знаю, 90 на 50 остается, а иногда ты убегаешь, когда у меня, там, не знаю, 5 хп, например. Ты просто берешь и убегаешь, я тебя спокойно добиваю, потому что я чувствую, что ты не знаешь, сколько у меня жизни. И не знаешь, что с этим делать. Потому что ты изначально построил тактику таким образом, что все, нападать только шарами. Какой кайф так играть, расскажи мне. Просто тупо выиграть, но тупо ты не выиграешь. Потому что реально, если бы это была турнирная игра, я бы засел с РПГ и держал бы твой сраный ар-2. Ты не сделал бы вообще ничего. Счет был бы в конце маленький там. Я тебе уже сказал, там 4-0, там 3-0. Такое бывает. Но ты бы на меня не нападал, а ключевые точки я бы держал. Ты бы ничего не сделал. Просто тут ничего. Так как я, в отличие от тебя, не драчу на счета, то ты время от времени меня убиваешь, да. Блядь, потому что мне хочется победы. А как ты гренами меня оттуда выкинешь? Как? Вот. Ты ничего мне гренами, ты меня ни одного раза с гранатой вообще не убил. Слушай, ну попробуй.
Почему ты так делаешь? А, ну еще меня вот эта вот тема бесит постоянно. Блокировать выход с РПГ, блядь, физикой. Ну это вообще, это просто геройский поступок, блядь. Называется, я использую, блядь, все баги игры себе на пользу. Ну это охуеть просто, блядь. Это, не знаю, аплодирую стоя пальцами ног. Блядь. Реально, по сути, ты карту не держал практически. Держал РПГ, но очень быстро мне ее отдавал, прям, не знаю, с чрезвычайной скоростью. Ну, ты знаешь, это как бы, на мой взгляд, не спортивно. Как тебя блокировать и смотреть потом выход, блядь. А не подзвенело ли там что-нибудь? Это не спортивно, на мой взгляд. Ладно еще, это ты когда в КВ делаешь, я еще могу понять, у тебя там когда 3 на 3 или 2 на 2. Это еще можно понять. Но когда в дуэли ты просто блокируешь человеку один путь к нападению, просто потому, что в игре есть баг. Ну хуй знает. Это трус. Ну хотя ладно, что я тебе объясняю, это вся игра такая. Не было практически ни одного момента, когда ты чисто на меня бы нападал. То есть вот даже когда ты отложенный, там, у тебя 100 с чем-то брони, там, 30 или 45, есть спам, ты все равно будешь кемперить по углам. Ты никогда не осмелишься, не поборешь себе вот это чувство страха, и никогда не нападешь. Ни одного раза такого не было. Только когда ты чувствуешь, что ты меня из-за углов как-то потрепал, может быть, ты так чувствуешь, но чаще всего это осылочно. По ебу, как ты играешь. И только тогда ты осмелишься на меня напасть. А в остальные моменты, причем я заметил, ты сейчас стал очень модно среди вот современных поколений игроков. Все кемперите по углам, вы боитесь нападать. Это какой-то пиздец. Потом вы называете себя профессиональными игроками. Ну охуеть теперь. Ну поэтому на пабликах никто играть не умеет. В пабликах вы просто защику берете, блядь, за глотом. Потому что тут на пабликах надо реально думать, и нужна скорость реакции. А на дуэлях вы у кого-то выигрываете вот у таких неподготовленных игроков, которые не готовы к тому, что у вас отовсюду будут литься, блядь, шары. Просто, просто тупо шары, блядь, по всей карте. Это охуеть. Веселые игры, блядь, с физикой, со спамом, превращайте ХЛДМ, не знаю, сука, пошаговую стратегию какую-то вот свою такую, так сказать, пиздец вообще. Ненавижу таких игроков, просто, блядь, ненавижу. Считаю, что можно придумать что-то другое. Ты знаешь, почему у меня получается у тебя РПГ отобрать, когда ты сидишь с ней, а у тебя почему-то не получается вот без кемперства что-то со мной сделать? Потому что с гранат со своей, которые ты кидаешь, ты, дай бог, одну, наверное, гранату за всю дуэль меня попал. И то, наверное, процентов, наверное, 10, потому что я уже знаю, куда ты их кидаешь. Нападать ты реально боишься. Или ты знаешь, нападаешь, один раз пукнул с магнума, убежал. Все, я молодец. Получил РПГ, блядь, процентов на 70, под задницу, все, сидит, ждет аптечки. Чуть что, малейший нестандартный шаг с моей стороны, к которому ты не готов. Например, когда ты бегал возле входа в телепортатор и собирал ништяки, я на тебе там сделал 3 фрага, просто в спину тебя стрелял. Потому что ты привык, что я сижу наверху, и ты, блядь, вообще не был готов к тому, что я спущусь к тебе и буду давать тебе там пизды. У тебя в твоей зоне. Короче, ладно, не буду я сейчас распинаться, если хочешь, можно с тобой потом сыграть, то ты, блядь, меняй тактику, меня это дико раздражает, блядь. Никакого кайфа от игры я не испытываю. Всем того, что это, блядь, не какая-то там игра на бабки и не игра в лиге, то, блядь, по идее, кайф должен испытывать его противника. А от тебя ничего такого не исходит, в принципе. Короче, играйте, я на пабликах.